Говорят, что на Новый год сбываются все наши желания. Я один раз имел неосторожность пожелать попасть в сказку. К сожалению, сбылось. И вот мне интересно, что бы сказали венечане Деду Морозу, если бы встретили его на улице? Дедушка Мороз, ты настоящий? Однозначно. Ну то я в панике. Я просто в панике, я в Деда Мороза не верю. Загадать на следующий год, чтобы он был более стабильным, спокойным, и чтобы в семьях у всех все были здоровы. Самое главное, будет здоровы, будет все. Ну, Дед Мороз, я был не дуже чемным в цьому році, певно. Ти, певно, мені нічого не подариш? Портрети. Щоб мама не купила восинки. Але оп! Щоб Дедушка Мороз мені купила томати. А зачем тебе это, мальчик? Чтобы было хорошо всем.